В 12 из 18 школ Толскалинского района занятия начались в штатном режиме. Это малокомплектные школы с небольшим количеством учащихся. Строгое соблюдение требований санитарной безопасности для педагогов – вопрос первостепенной важности. Наши корреспонденты побывали в некоторых селах района и убедились в этом. Одна из таких школ – малокомплектная школа в селе Мирей. Здесь, включая малышей предшкольной подготовки, знания получают 183 ученика. Неукоснительному выполнению всех санитарных требований во имя безопасности детей здесь уделяют пристальное внимание. На закуп защитных средств и необходимых приборов направлено 890 тысяч тенге. Вход для детей организован с трех блоков. В каждом установлены коврики, измеряется температура. Закуплены санитайзеры и дезинфицирующие средства. После каждых двух уроков классы проветриваются. Помимо того, школьники и учителя совместно шили более 300 масок. Дети учатся в две смены по 9 классов. А в школе имени Каныша Сатпаева в районном центре учатся более 600 детей. Остальные – 414 учащихся на дистанционном обучении. Когда заходим в школу, сразу надеваем маску, переобуваемся во вторую обувь. Нам показали, как сохранить расстояние между нами. По просьбе родителей в очаге знаний организованы 10 дежурных групп для детей первых-четвертых классов и 2 класса для предшкольного воспитания. В целом 182 ребенка. Учебный процесс ведут 70 педагогов. В этой школе учатся оба наших сына. Мы рады, что есть дежурная группа, потому что и супруг, и я на работе. Мы следим, чтобы соблюдались все требования. В системе образования района на сегодня функционируют 12 средних, 2 основных и 4 начальные школы. В каждой имеется оснащенный медицинский кабинет. 12 объектов начали учебный год в штатном режиме, остальные – дистанционно. Дистанционно открыты 27 классов, в которых 340 детей. Вместе с тем 2630 школьников учатся в районных школах. Среди них 266 первоклассников. Учебниками и учебными программами обеспечены полностью. В таком формате занятия будут продолжаться до полного улучшения эпидемиологической ситуации в районе. Алмагуль Джампейсова, Аделет Бекжанов, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.